лекарство от депрессии. Ребенком был я маленьким когда-то, при маме как-то раз ругнулся матом. Она меня культурно отругала, потом ремнем по попе отстегала. На маму я обиделся смертельно, глаза мои слезами заблестели, и ежом я щетинился в обиде, но вдруг случайно за окном увидел. Козочку домой ведет, улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет, и обида вдруг исчезла без следа. Испарилась, как на солнышке вода. Улыбаюсь без причины, ту волшебную картину никогда не забываю, никогда. Я жил как мог по совести и чести, но вот споткнулся раз на ровном месте. Жена мне изменила с верным другом, и жизнь моя пошла порочным кругом. Я начал пить и чуть совсем не спился, ночами головой об стенку бился. И я уже не знал, куда мне деться, но в памяти всплыла картинка детства. По лугу идет корова, а за нею мальчик Вова, а за ним девчонка Настя, козочку домой ведет. Улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет. Обида вдруг исчезла без следа, испарилась, как на солнышке вода. Улыбаюсь без причины, ту волшебную картину никогда не забываю, никогда. Давно уж нет на свете той коровы, и старичком стал прежний мальчик. Старушка Настя двигаться не может, и от козы не рожит и не ножит. Но жизнь идет, она нас всех рассудит, и кто-то был, а кто-то еще будет. И я живу и радуюсь рассвету, ведь знаю я, что в это время где. Козочку домой ведет, улыбается девчонка, блеет козочка о чем-то, весело мычит корова, Вова песенку поет, и обиды исчезают без следа, испаряясь, как на солнышке вода. Улыбаюсь без причины, ту волшебную картину никогда не забываю, никогда. И обиды исчезают без следа, испаряясь, как на солнышке вода.
Ну, там есть одно такое жесткое слово, но русский язык наш велик. Я предупреждаю сразу, ничего страшного в этом слове нет, вы его все знаете. Вот. Дело в том, что это мое личное наблюдение по поводу того, что, Ленечка, нет разницы в возрасте. Вот простой пример. Вот 20 лет, да, вы идете по улице, вы видите красивую девушку, она вам нравится, вы ее догоняете, вы с ней знакомитесь, вечером вы ее приглашаете в кафе, в любовь, не знаю, в Алма-Матер, куда угодно. Наконец, вы добиваетесь того, что вы хотели, вы оказываетесь с ней вместе, рядом, в одной постели. Оргазм, наслаждение, счастья выше нет. Вам 70 лет. Вы идете по улице, увидите красивую девушку, она вам нравится. Вы ее догоняете. И в этот момент чувствуете, что у вас схватило что-то в животе. И вам уже не до девушки, вам добежать бы скорее до дома. Вы бежите домой вовсю, вовсю. Вы садитесь в лифт, ой, скорее бы доехать, донести бы. Вы открываете дверь, вы вбегаете в туалет, садитесь. Счастье, наслаждение выше, чем оргазм. Вы сидите и думаете, нет, все-таки я еще молодой. Я еще молодой. Старик на моем месте уже по дороге бы обосрался. Леня, ты еще молодой.